Всем привет, всем привет, с вами Шмага, вы на канале Уши. Мы сегодня поиграем в игру под названием Abandon Ship. Это некоторая... Это некоторое что? Это некоторый... Так, путь отступника. Ну, основную кампанию, наверное, не свободную игру, а просто мы поиграем... Мои приключения, все. Это что такое за капитаны стали? Ладно, погнали. Это некоторый морской бой, но не морской бой, а вот такой вот бой. Морской бой, но в 2019 году. Посмотрим на игру, если понравится, понравится, не понравится, не понравится. Но и безумный хор, рождение чудовища. А в этот момент все обрывается, сознание молнии пронизывает ваш разум. Ужас вашего недавнего существования озаряет вас. Побег — это все, о чем вы можете думать. Щупальца яростно хлещут по воде. Люди бросаются на колени, некоторые в страхе, некоторые в преклонении. Их бог явил себя. Кто-то вызвал кракена или что? Вы наблюдаете за происходящим с довольно привилегированного места на балконе. Вы замечаете, как двое ваших охранников отвлечены и захвачены зрелищем. То есть, инстинктивно схватив что-то, обрушивается этот предмет на голову первого охранника, второй успевает лишь удивиться, а потом присоединяется к своему товарищу на полу. Вы не уверены, мертвы они или же просто без сознания. Вы чувствуете какую-то мокроту на своих пальцах, вы опускаете взор на свое импровизированное оружие. Это маленькая статуэтка отца. От ударов она разбилась и порезала вам руку. Вас охватывает какое-то оцепенение, но что-то внутри вас быстро возвращает ваше сознание к реальности. Нужно пошевеливаться, клетки с узниками обещают быть наиболее безопасным путем свободе. Вы входите в тюрьму с обманчивым ощущением своей власти. Здесь вы можете себе это позволить в момент нашего... Нет, их триумфа. Тюрьма совершенно не охраняется. Бежать в одиночку невозможно, поэтому вы забираете ключи из комнаты охраны и подходите к заключенным. А, то есть мне еще нужно набрать. Значит, навигатор дает маневры. Эксперт перезарядки, морпех. Пех, врач и Матросяцкий. Матрос ремонтирует корабль. Так, давай, значит, его. А, и все? А, в смысле, еще одного я могу? Давай тебя, навигатора, типа. Давай вот тебя возьмем. А все, я думал, ну ладно. Вы и ваши новые компаньоны мчитесь по паутине запутанных проходов. Наконец, дверь сквозь трещины, в ней просачивается свет. Когда вам в лицо дует морской бриз, вы на секунду закрываете глаза, кинув взглядом извилистую тропинку впереди. Вы видите то, на что так надеялись. Корабль на якоре. Похоже, что он был угнан и переоснащен культом. Время использовать его для более благородного дела. Так, это я всегда буду читать или нет? А, нет, вот он, морской бой начался. Выберите члена команды. А, ну, я могу, короче, и так сделать. Переместите членов команды на бой. Ой, в смысле, на борт. Зашли, теперь что? Перерезать какашки. Ну, в смысле, веревки, да. Окей, перерезаем. Что дальше? Кого-нибудь за штурвал. Подожди, кто у меня штурвалист? Ты штурвалист, погнали. Так, а, все, мы едем, отлично. А когда будет какой-нибудь... Десятки разъяренных культистов во главе с верховным жрецом врываются на пристань, как раз в тот момент, когда вы отчаливаете. Ваших ушей достигает его наполненный презрением крик. Помни, предатель, наш отец все знает и все видит всегда. Тебе никогда не сбежать от его объятий. Пока он вещает, остальные культисты в рассыпную разбегаются по пристани, вне всяких сомнений, по своим кораблям, чтобы начать преследование. Они отправятся в погоню. Хорошо. Кораблю открывает огонь из береговых укреплений. По-моему, стреляет из мортир. Продолжите. Что это? Воу-воу-воу-воу-воу. Я могу... Нифига. Алло. Ты шо, дурак? Первый мортир с недорогим членом вашего экипажа. Что происходит? А, все, вот так могу. И иди сюда, говорю. Так. Да выберись ты, ёптель. Это что? Залечь свои раны, давай. Так, хорошо. Ты за руль.
Так, корабль делится на... А, все, понял. Надо вот здесь. Ты за руль, говорю. Тот чувак, типа, еще пока бездействует. Все, понял. Так, ты лечишься пока. Но я тебя сейчас сменю. У тебя хпшка сейчас... Так. Лечение ран... Обстрел также ранил одного из экипажа. А я могу, типа, оставлять... Это еще не конец. В укрытие. О, ёпти. А где укрытие? Тихо, под... я понял, тихо. Да ё-моё. Так. Один еще у меня, типа, в отрубе или чего? Как-то вы можете этой команде заделать проблем в корпусе, выберите члены экипажа. А, ну я сделал. Так, что теперь? Понижение уровня воды, типа... А, сливаем воду, все понял. А это кто у нас? Подожди, вот ты кто с плюсиком? А, это я, понял. Мы почти ушли, еще один залп. Так, уходим. А, не, мы вот здесь на палубе будем. На палубу собака-тварь. Попадают на палубу. А, так, закипело. Ага, и ты иди рули. Закипело, ну в смысле зага... Закипело, водичка для пельмешек. Мы оторвались, но расслабляться еще рано. Так, подожди, выйти из боя. А я могу вначале по это похилиться, типа? Или нет? Ты у меня вроде полный, зеленка, ты у меня тоже. А ты что-то строишь там? А что ты там строишь? А, типа, почини. Ну, все, мы починим. Бежать. Избежать пленения, вы подвергли себя огромной опасности. А где я-то? Алло. Режим, это... А, я, вот он где. Все, понял. Так, а куда мы можем уйти? Тихо! Это кто такие? Это что такое там? Плюс 10 к чему? Посмотреть карту. Так. А что за плюс 10 к чему? Крепость культа. А, нам туда. Все, понял. Нам туда нужно. Мы уходим вот сюда. Так, а подожди, а я могу еще здесь поездить? Типа, врата на карте для исследований. А я что-то там собрал, типа, плюс 10, да? Я не могу сюда. А, ну да, видишь, у меня ключи, типа, показывают. Типа... Так, ну мы чисто просто тут, типа, просто тупо... А я могу всю, типа, карту так исследовать или нет? Я могу только вниз, типа, уехать, на юг, да? Ага, хорошо. Так, а еще... Что еще? Не знаю, что еще. А что я там собрал? Плюс 10, это к чему? Типа... Ремонт какой-то там был, я не понял. Ну ладно. Это не важно, наверное. А может и важно. Слушай, ну такая вот игра пока что. Так, ну ладно. Но я как видел по трейлерам и по всему остальному, там будет врата закрыты. Закрытый врата может завершить ряд определенных заданий. Так, идем сюда. На нас наткнулся патрульный корабль культа. К орудиям никакой пощады. Я просто видел, что там были боевки, а сейчас почему-то боевок нету. А, ёпти. Вспомните все, чему вы уже научили. Так, один сюда, один сюда. Один... куда еще один? Вот сюда. Да? Это орудие или нет? Что это такое? Это что такое? А я могу вот так сделать? Ёптить. Ты что, гонишь, что ли? Алло. Ба-ба-ба-ба-ба. А, чинянь, чиняу. Это типа зарядка идет оружие, да? Блям. Итак, пушки заряжены. А, правой кнопкой надо. Все, вижу. Понял. Наведение на цель. Теперь автоогонь. Вы можете сегодня автоматическое введение огня. Щелкнув по кнопке оружия. А, все, понял. Так. Игровая пауза. Поставьте на паузу, умножав пробел. Вот. Да подожди ты. Тут как только пропустить сообщение, то можете назначить пригодом в то время, когда вы на... А, ну я понял. Ну, типа, подумать я могу. Это мои игроки. Да подожди, активная пауза может вести. Там мне подсказку. Шкала расстояния, мы хотим подойти к вражескому. А, все, вот сюда нажимаю. Ага. А, вот сюда, все, 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 все. Вертлюжные. Вертлюжные. Вертлюжная заряжанская. Противник хочет держаться на расстоянии подальше, поэтому отходит подальше. Верхняя правая часть экрана отображает целостность. Их. Ага. Так, а, то есть мне нужно этой темой по этим. Ага.
так и вот сюда. На-на. Все, убил. Еще одного сюда, хорошо. Так, один сейчас будет, что-то готов. Картечь еще один раз. Еще один разок картечью. Зачем? Так. А, картечь, это картечь. Это картечь, это по ним нужно фигачить. Все понял, так, нахер. Пей, вы тебе. Ты идешь сюда, ты идешь сюда, ты идешь. Ты идешь сюда, сказал. Что это такое? Забываешь, как я манёв. Протараним противника, когда шкала... Что-что? Таран. А, вот этот таранчик. Понял. Че, подожди. Это что? Проверка на устойчивость. Баум! Противник провалил проверку от удара при столкновении. Один из членов вражеской экипажа даже вылетел за борт. Они могут использовать лебедку в задней части корабля, чтобы спасти его. Ага, все понял. Теперь прикончим их. А, вот он спасает его, типа, да? Ах ты, собака, тварь. Все, мы убили всех. Да, хорош. Полечимся. После его боя можете подобрать со стороны вражеского судна все, что может представлять ценность. В этом обучении я себя вел не столь агрессивно, как в обычном условии, так что в следующий раз будете готовы к бою посерьезнее. Хорошо. Торопитесь. Плюс 20 какого-то говна. Не нужно беспокоиться насчет ремонта частей корабля и лечения ранений. Все это происходит автоматически. А, все, понял, тогда уходим. А, подожди, я что-то могу забрать? Нет, это же просто типа... А на нем ничего нету, да? Или есть? Не, это он просто типа встал. Нет, давай, да, уходим. Тогда чиним. А, я не могу, я могу. Все, уходим, да. Я туплю. Так, мы проходим через карту. И. Ой, ёптель. Подожди. Карта мира, так. Ага. Карта мира. Вы объявляете команде, что вам нужно собраться с мыслями, и что сейчас вас не нужно беспокоить. В капитанской каюте вы находите чистую одежду, скорее всего, она принадлежала несчастному предыдущему обитателю этого места. Прежде чем культ не наложил на корабль свои лапы. Очень приятно, наконец, вылезти из ниспадающих церемониальных одеяний. Вы аккуратно складываете их, зная, что они еще могут пригодиться. А, это я могу себя, типа... Так, ну не отступник, конечно. Да. Возраст, да, я старый. Старый негр. Нет, молодой, белый. Все, отлично. Вы возвращаетесь на палубу и призываете экипаж к вниманию. Может, нам и удалось сбежать, начинайте вы, но опасность по-прежнему рядом. И мы должны добраться до ближайшего порта, а затем наши пути разойдутся в конце концов. Они жаждут добраться именно до меня. Вы спускаетесь к себе в каюту и падаете в кресло. Через мгновение, накопившись за все время усталость, затягивает вас в глубокий сон. Все еще любимый человек, все еще тот человек, который всегда в его мыслях, вы были первым. Но он знал, что что-то внутри вас изменилось, поэтому вы были изолированы, стали символической иконой без реальной власти. И вам было все равно, что что-то внутри вас набирало силу, постепенно туман рассеивался. А кто призвал, вот, а? Кракена-то, а? Алло. Резкий стук в дверь выдергивает вас из сна. Уже через минуту вы появляетесь на палубе, чтобы раздать приказы. Крепость культа находится вдали от обитаемых земель, прежде чем мы сумеем отыскать порт. Придется пройти через открытое море. Хорошо. Осмотрите свой корабль. Корабле. Так, это обзор корабля. Здесь можно изменить настройки по умолчанию, которые будут использоваться во время боя. Предпочитаемая дистанция. Так, ну давай вначале так. Сохранение расположенности. А, тогда ты сюда. Ты там. Ты туда. Ты сюда. Ты сюда. Вот так, нормус. А, это я сохранил, все, понял. Сохранил. Что дальше? Если вам понравится вернуться к капитану на сохранение позиции, то еще он все подсвечены. И вот на эту, да? Бля, блин. В бою это может быть только если ваш маневр запомнил. Пала маневров полностью, я могу развернуть. Вернись на карту исследований. Все очень быстро происходит, мы ничего не успеваем сделать. Иди сюда, корабль. Да ё-моё, хватит.
Это крепость культа, типа мне туда? Вокруг маяков нет тумана, войны, поэтому их без труда можно заметить сразу при попадании на карту. На маяках можно таскать подробные карты окружающих мест, также они представляют собой отличный блядь. Я понял, маяк-маяк. Так, маяк-маяк. Что это такое за говно? Да ты мне дашь поиграть, алло? Вы должны продолжить свой бегство от культа, покинуть эту карту для исследования. Хорошо. Бежать. 10 чего-то я набрал непонятного. Тихо, уходим. Это Ктулху или кто это? Кракен. Влияние культа, что-то там, бла-бла-бла. Так. Просто все настолько быстро происходит, что, ну, типа, я не успеваю прочитать. Игра такая захватывающая, но достаточно пока было просто, конечно. Ну, вы же знаете. То Шмыга сейчас где-то напортачат. Зубы? Что за зубы? Какое-то задание есть, да? Давай погнали. Зубы! Вам вспоминаются ваши первые дни в культе. Дни, проводимые в постоянных испытаниях вашей верности. Страдая от экзистенциальных сомнений, вы сами прыгали вниз, как и многие послушники после вас. Прямо в воду со скалами. Но теперь вы переродились и не испытываете к тому обряду посвящения ничего, кроме омерзения. Вернувшись от воспоминания к реальности, вы замечаете тело, покачивающееся на волнах. Лишь фанатики или садисты стали бы теперь доказывать свою любовь к отцу таким способом. Хотите исследовать тело? Да. Подойдя ближе, вы видите, что кости трупа переломаны, должно быть, прежде чем упасть в мелководье, он бился в падении о скалы и в итоге оказался недостоин любви отца. И что? А и все? Не понял. Это что такое? Сундучело, 20 какого-то серебра. Или не серебра, хрен. Опа, стой. Это что? А что это дает-то, я не понимаю. Плюс 10 к силе корабля, что ли, или как? Тут еще смотри, у нас есть еще какая-то еда, вода, типа вода, что? Типа я, наверное, могу заехать в какой-нибудь порт. И найти там портовую шлюху. Не, ну не так, конечно, жестко. Но я к тому, что можно, типа, там потратить баблосы свои, да? Баблосики. Бежать через врата. Через любые врата или через... подожди, может быть и не уходим. Что тут у нас? Ваше сердце замирает... При виде флагов культа. На горизонте вы сохраните курс и скорость. В конце концов, на каком расстоянии ваш корабль ничем не отличается от любого другого. Проходит напряженная минута, корабль культа окончательно исчезает из вида. Команда позволяет себе дополнительную порцию грога. Окей. То есть мы просто... Короче, окей. Мы просто сейчас доплываем до этого... говнеца. До маяка тогда, да? И не пукаем. Правильно я понимаю или неправильно я понимаю? Сейчас, подожди. Может быть, тут еще что-нибудь пропустили? Слушай, ну вроде всю карту я проехал. Точнее, проплыл. Или, как говорят моряки, проходил. Я не моряк, поэтому не знаю. Как там говорят моряки? Ну, они же говорят, что мы типа ходим, а не плаваем. Хотя, с другой стороны, насрать вообще. Да. Значит, что, куда, где? Сюда. Маяк. Маяк. Маяк, маяк. Радио маяк. Короче, это вроде все нашли. Погнали в маяк. Зажгли маяк. Что дальше? И все? Подожди. А я могу. Не могу. Мы открыли типа всю карту. Нам туда нужно пройти или что? 2 из 4, это что такое значит? Что значит 2 из 4? Мне нужно проплыть это говно, типа. Культа, типа. Ну давай. Матрос из Вороньего гнезда кричит вниз. Эй, на корабле! Вы смотрите в подзорную трубу в направлении, куда он точно указывает рукой. И перед вашими глазами из-за горизонта выныривает корабль культа. Хорошо это или плохо, но вы движетесь прямо в его сторону. На стиме старые счеты подходим на расстояние пущенной стрельбы. Сегодня как-нибудь пойдем с компанией культи взять курс на наступление, держаться. Да? На палубе разгорается куги и пучи делец, команда берет за дело с таким усердным, будто от этого зависит их жизни. Отдавая друг другу приказы и даже порой заводя ритмичную песню. Вы тратите драгоценные секунды, когда один из матросов путается в веревке и быстро осознает, что побег больше не вариант. Готовьтесь, сабли и пушки. Хорошо.
Будем готовить саблю одну и пушку тоже одну. Ха! Погнали быстро к ним. Нет, не погнали, отъехали. У нас навига... Тихо, тихо. А вот теперь сюда близко, да? Тихо. Хорош. Опа-на! В смысле? Капитан, статус без дела. А, все нормально. На-на. Немножко осталось. Тихо. Ух ты, собака, тварь. Сейчас мы вот эту пушку... Что у них там? А, он... Блин, он их чинит, короче, да? Хорош. Лечение быстро. Да, все, хорош. Ну, два против одного, давай. Давай. Хорош. Бей его на. Бей, сказал. Быстро. Хорош. Отличная победа, ваш команда находится в трюме сундуки с консервированной рыбой, цитрусовыми и радуется провизии, которая восстановит их силы. Хорошо, выйти из боя. А я вроде, я не видел на корабле ничего такого. Вы падаете на колени, внутри вашего черепа, кажется, бушует настоящий шторм с молниями. Вы ощущаете, как массивный древний разум появляется из его глубин. Осматривая горизонт, вы видите какое-то неестественное волнение в воде, и оно быстро приближается. Полный ход вперед. Опа, ёп, пошла она. Это... Шотца. Шотца. Нет! Вы не можете отвести глаз от приближающегося объекта. Чтобы это не было, оно настигает вас в считанные секунды. В смысле? Кракена, здрасте. Вы не готовы к столкновению с таким чудовищем, отбейте его атаку и бегите. Когда ваша шкала маневров будет заполнена, нажмите кнопку бежать, чтобы ориентироваться из боя. Шкала вокруг ноги начнет заполняться, когда она заполнится полностью. Ваш корабль спешит покинуть место. Прикольно. Или нет? Что я буду делать? О, прикольно. А теперь бегите, пока это существо снова не атаковало вас. Если вам не удастся бежать вовремя, то будете атакованы еще раз. Шкала заполнится, когда... Ай, твою мать! Быстрее! А я не могу стрелять по нему из пушек, типа. Нихера себе. Ты шо, дядя? Ты шо, дурак? Нет! Хорош. А теперь бегите. Да не могу я бежать, ё-моё. Все, бегу. Еще время надо для этого? Ты что, дурак? Не надо так делать, зачем? Нет! Я не могу стрелять по нему, почему? Ну я уже, не, я почти убежал, ну пожалуйста. Ну пожалуйста. А, все, понятно. О, сука. Зацепил. Зацепила меня. Все, 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 бежим. Теперь бегите. Я бегу, ёптель, я уже нажал, все. Вот это прикол. Все, убежали, хорошечно. Иди нахер, какашка. Бекс, вам удалось ранее существо избежать. Какое-то внутреннее чувство говорит вам, что кракену понадобится время, чтобы восстановить силы, прежде чем он возобновит охоту. Вам не следует терять бдительность.
Давай быстрее, короче, мы будем ездить. Так, где там этот культ? Давай последний культ и уходим туда. Уже некоторое время вас упорно преследует корабль культ. Он мал, но быстр и постепенно сокращает расстояние между вами. Через подзорную трубу увидите, за что вам знакомо лицо, и вас замирает сердце. Родители Самуэля были одними из первых посвященных вами. И когда они погибли, вы позаботились об их осиротевшем сыне. Даже спустя годы вы помните, как он выглядел на вас. Вы с гордостью вспоминаете, как он встал на капитанский мостик своего первого корабля. Пусть это и было видавшее виды судно. Теперь вас преследует все тот же корабль, пусть и явно прошедший капитальный ремонт. Чего он хочет? Зная Самуэля, вы можете предположить, что ему нужны ответ на вопрос. Вы сбрасываете скорость, позволяя ему приблизиться. Самуэль, нет, не благодаря вам всегда был человеком веры, поэтому вы не знаете, что... А, ну я не так прочитал, я думал, да, окей. Самуэль, нет, не благодаря вам всегда был человеком веры, поэтому вы не знаете, что могли бы ему сказать, чтобы убедить присоединиться к вам. Однако вас много связывают, и этим можно попытаться воспользоваться, чтобы спасти старого знакомого. Вы наблюдаете за тем, как приближается его корабль, по выражению лица Самуэля невозможно сказать о его намерениях. Однако, оказавшись на расстоянии окрика, корабль не замедляет ход, и тогда вы понимаете, что ваша сентиментальность сыграла с вами злую шутку. В сердце Самуэля горит жажда возмездия. Наверное, он искренне считает, что спасет вашу душу. Скрипя сердце, готовьтесь к бою. Хорошо. Так, мы все на своем. Мы все на своем. Мы же можем приблизиться? Или не можем? Нет, не можем. Ах ты, собака, тварь. Ёптель. А, я и с этого расстояния могу фигачить, все понял. Что у меня с кораблем? Ой-ой-ой. Все нормально. Все, убил. Подогнали. Нет! Стоп! Они успели починить, ёптель! Вот упыри! Таран! Где таран? Стоп! Это что такое? Нет, нет. А, вот так могу? Да, могу. Что это такое произошло? А, в смысле? А что это такое произошло? Глаза Самуэля горел огонь презрения, он бы ни за что не сдался и не отступил, пока не заставил бы вас расплатиться за предательство. Перед гибелью Самуэль одним из лишь взглядом выражает безмолвный вопрос. Почему? В культе никогда не поощрялось семейные дружественные отношения, но Самуэль всегда был вам дорог. Здесь нельзя оставаться, и когда вы говорите команде забыть про сбор добычи, вам с трудом дается дать приказ, чтобы голос не дрогнул. А, ну то есть мы, короче, прям расфигачили прям по полной. Да? Правильно я понимаю? Или правильно? Алло. А, выйти из боя, да, забыл. Так, все, мы все сделали, у нас направо есть дорога. Все отлично, все шикардосина. Давай, Джек. Капитан Джек Воробей. Так, а где там дорога-то, подожди. А, все правильно, да-да. Да-да-да-да-да. Ребята, на этом я закончу данную серию по данной игре. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шемыга. Это был морской бой. Да, вот такой.